«Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры». Цитата, ставшая метафорой, звучит по-особому для участников студии «Театралка» молодежного центра. С 2020 года молодые люди изучают здесь азы драматургии и сценического искусства, актерского мастерства под руководством опытных наставников. Своими впечатлениями от занятий участники охотно делились с гостями Дня открытых дверей молодежного центра. Это перевернуло мою жизнь с ног на голову в некоторой степени. Тем, чем мы здесь занимаемся, я, в принципе, рекомендую заниматься этим всем. Потому что мы здесь занимаемся речью, мы здесь борем страх публичных выступлений, боязнь сцены. Мы все это исправляем, корректируем. Люди чувствуют себя, в принципе, более свободно, чувствуют себя зрителем на «ты», возможно, и заряжаются от него энергией, заряжают энергией его. Молодежный центр также приглашает детей с 7 лет в студию современного танца, с 6 и 10 лет в студию брейк-данс. Найти занятия по душе могут здесь и спортсмены в объединениях тенниса, бадминтона, плавания и коррегирующей гимнастики. Для активной и талантливой молодежи Сарова в этом году открылась школа аниматоров. Это направление для ребят от 12 лет, которые мечтают, хотят стать активными, веселыми ребятами, которые могут вести мероприятия, которые хотят не бояться сцены, которые хотят быть очень коммуникабельными, общительными, и которые будут помогать нашему молодежному центру организовывать все мероприятия. Еще одно объединение молодежного центра было сложно не заметить. Участники гик-клуба «Нека Кабури» пришли в ярких костюмах. Одно из направлений сообщества – косплей. Мы объединение, которое в первую очередь хочет собрать людей для того, чтобы они могли спокойно социализироваться. То есть нам нужно, самое главное, общаться с друг другом. Вот. А уж какая тема, это всегда можно решить совместными способами, всегда можно как-то с совместными усилиями понять, что мы хотим и вообще в каком направлении двигаться. Ждет участников и клуб молодой семьи. В нем здесь проводят тренинги, обучающие семинары, беседы и консультации с разными специалистами. Организуют досуговые мероприятия, конкурсы и мастер-классы. Этот клуб функционирует на базе молодежного центра уже много лет. В 2019 году он стал первым в Нижегородской области таким клубом. Вот. И в этом году мы приглашаем новые семьи. Мы объединимся новыми темами. Темами, которые пойдут по запросу от родителей. То есть, если им интересно определенные темы, то мы, собственно, пригласим специалистов, организуем консультации. Дополнительную информацию можно получить по телефону 9-91-18. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.